Всем привет! Хочу сегодня поделиться своими размышлениями по поводу данного девайса. Это проблесковый фонарик. Фонарик изначально сделан для велосипедистов. То есть вот эта вот резиновая штука, резиновый ремень позволяет закрепить его вокруг, я так понимаю, рамы, трубы, то есть чего угодно, но при этом легко и непринужденно крепится на нашу малешную снаряду. Основная причина, почему хотел бы поделиться с вами информацией по этому девайсу, это его цена. Ребята, он стоит 120-150 рублей на Алишечке. Гораздо дешевле, чем стоит подобный же агрегат, скажем так, с подобным же функционалом от компании FMA или от других китайских производителей реплик. Соответственно, при этом это алюминиевый корпус, две часовые батарейки SR2032, которые позволят ему более чем долго служить вам. При этом все разбирается, легко меняется, не надо ничего взрезать, вскрывать, переклеивать велкро. Пожалуйста, две батареечки. Вынули, заменили, закрутили, повторюсь, в алюминиевый корпус. Вот. Язычок 11 сантиметров, достаточно хорошо тянется, то есть при желании можно закрепить по-разному, было бы это желание. Поэтому крайне рекомендую для использования в нашем опасном деле. Например, его можно закрепить вот так. А на этом пока все. До новых встреч, друзья.